Сдайте просто назад, сдайте назад. И что? Мне все равно, мне все равно. Вы посмотрите на него. Вы понимаете, это тротуар? Безусловно. Спасибо. И всех нас надо, только кто нарушает, карать как-то мечом и орать. Спасибо. Добрый день. Обратите внимание. Это тротуар? Да. Вы посмотрите, что там происходит. Кто из нас тут живет, простите? Посмотрите, вы так темную шлейку пересекли. Вот, сзади, посмотрите, вы ее не видели. Нет, не видела. Она обозначает границу тротуара. Вот сотрудники ДПС, давайте мы их позовем. Я с ними уже поругалась. Не надо ехать по тротуару. Все, вперед, все, отъезжаем назад. Нет. Машины здесь никому не мешают. Нет, от них не приходится шугаться. Это вы все придумали, Госдеп. Здорово, парни. Здорово, качок. Здорово, качок. Привет. Здорово, качок. Привет. Привет. Вано. Приступаем, друзья. Пока мы здесь разгоняем, клейте на каждую машину. Я принес. Это тротуар. 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 Здесь люди ходят. Подождите, подождите. Вы в своем уме? Пальцы на капоте, да? Общественное движение в капоте. Это тротуар. Вы куда прете? Здесь люди. В смысле записка? Здесь люди ходят. Вы слепые. Вы давили сейчас людей. Вы адекватные. Их двоих. Что вы здесь делаете? Вызови. У меня перцовый. Если вы будете продолжать, я залью вас перцем. Все, все, все. Что за хуйня? Посмотри. Совсем. Сдайте просто назад, сдайте назад. Но пусть уезжает, как приехал. Не давай, не давай. Вы посмотрите на него. Ты больной? Куда ему залить этот перец? Вы адекватные, это тротуар, тротуар. Тактильная плитка. Сдайте назад, выйдите, вот так вот, выезжайте вон туда. Но вы больной, вы больной. И что, мне все равно, мне все равно, мне все равно. Куда ты едешь, куда ты едешь? Это тротуар. Куда вы едете, куда вы едете? Ложись на капот. Люди, вообще все равно. Вы понимаете, это тротуар. Вы людей давите. Выйдите. Дверь закрой, я... Вы никуда не уезжайте. Сейчас. Уже едет. Вы едет никуда не звонили. Мы вызвали. Вы никуда не уезжаете. Нападение, блядь. Закрой вы дверь. По тротуару едете, вас люди обходят. Какое бандитское. Вы адекватный? Вон уже бегут. Никуда не уезжайте. Прав лишитесь. А мне все равно. Можете дубинку свою в одно место себе ставить, мне все равно. Вы решили, вот посмотрите, сколько людей здесь, 30 человек, вы сквозь них едете, вы головой думаете. Вот, сзади вас 30 человек, откуда? Я не... сюда. Люди приедут, оштрафуют сотрудники. Вы давили людей, вы на тротуаре, вы адекватны. Ты что, дурак совсем? Вы только это будете повторять. Вот это тротуар. Здесь нет знака парковки. Здесь нет ни одного знака парковки. А где знак тротуара? Вот тротуар. Если там тротуар, по всей длине есть тротуар. Отделен бордюром. Стоят для машин. Чтобы на газон не заезжали, они стоят. Там можно ехать. Нет, вы считаете, что нет ограничителей, там можно ехать? ДПС приходит. Магазин. Вон там мы были, все машины эвакуировать. Да? Больше не будут. Я сказал, больше не будут. Сколько
Я ради вас стараюсь, чтобы вот такой вот вас не задавил. А вдруг он педаль нажмет и на вас наедет. А не надо. Ты упадешь, блин, пойдешь и упадешь. На парковке. Споткнешься и упал, блин. А зачем мне, парень? Мы идем по тротуару. Куда мне деваться? Это не тротуар. Хорошо, это дорога, да, это дорога. Никак, это тротуар. Не давайте ему уезжать, обойдите машину. Не давайте ему уезжать, обойдите машину. Не надо ломать, блин. Я не ломаю, вы задавили людей, сейчас приедут сотрудники. Не поддавайте, действительно, не гоняйте по тротуару. Ребят, что у тебя, что такое? Ну я ему говорил, дай назад, он так, он давит. Нет, еще клей. Себе на голову наклеить, не пил. Сзади клей, везде клей. Что, совсем покушать? Ребят, все. А вы куда? Залей его перцем. Успокойтесь, все, успокойтесь. Ребят, все. Слушайте, у меня сын, не толкайте. Далее его, блядь. Пошел вон, гайдем. Иди отсюда. Скал. Все, вот это вот съезд сделал. Для колясок. Да что ты говоришь? Для колясок. Вон тротуар, видишь, для колясок нету никакого съезда. Здесь никаких колясок нет, здесь все стоят нормально. А это что, по-вашему? Это что? Тротуар. Не нервничайте. Вам вредно. А вам? Нам тоже вредно. Заработать хотите? Мы ни на кого не нападаем. Это вот глубоко неуважаемые люди на нас нападают. Да. Уж поумнее вас буду. Раз в 500 миллионов. Что же вам на тротуаре-то не парковаться? Я в магазин приехал, почему я должен во дворе парковаться? Ты что? Ну потому что во дворе и парковаться, потому что нет парковки у магазина. Магазин дурак, что ли? Парковки у магазина нет. Смотри, вот, смотри, на тротуаре стоят. Раз, машина красная, белая. Тротуар. Придомовая территория. Придомовая. Здесь тоже придомовая территория. Нет. Что, чтобы его не сбили, такие как вы на тротуаре. Мы здесь и стоим. Дурак, что ли? Ну кто здесь забьет, блин? Кто угодно. Вот кукушку стопчет весеннее обострение. Если бы на машину прыгать, конечно, сбивают. Если перед машиной стоять тоже. Я прошу прощения, это нормально? Мы не ездим по тротуарам. Или вы сюда телепортировались? В смысле по тротуару? В прямом. Вы стоите, ваша машина стоит здесь на тротуаре. Здесь машина, блин, хреново тоже. Да это стоит. Козлы все, вы тоже козел, что ли? Идите к ним, или сюда идем. На данный момент вы сбили человека, поэтому к вам подошли. Мы сами под машину лезли. Мы сами под машину лезли. Кто вас избивал? Сами лезли, а потом говорили. Терпи дальше. Ты терпишь. Ты говоришь, ты отойдешь. Я говорю, ты со своей матерью будешь идти, вот такая машина поедет. Ты говоришь, я в сторону отойду, ты не терпела. Ну а кто ты? Куда она поедет? Ну а кто? Вот такая едет, вот такая если сейчас едет. Своей матери делаешь плохо, понял? Моей вы делаете матери. Своей матери плохо. Извините. Моя мама в машине едет. Из-за того, спокойно. Что вы по тротуару, вы могли объехать нормально, но решили куда срезать. Объехать? На дорогу выехать. Мы стояли вот тут вот, мы не могли прямо с бордюра. А, то есть через людей вы могли ехать, а с бордюра не могли. Бедненькие, извините, пожалуйста. Бордюр нельзя. А по тротуару можно гонять. Все снято, извините. Я просто хочу, чтобы он получил штраф. Я стучал кулаком. Что ты хочешь сказать, не разобьешь стекло? Так я не разбил ведь, а вы меня задавили. Серьезно? Ты уже не первый раз здесь, не позорься. Вы кто, чтобы вам документы дал? А вы кто? А я не прошу, а я не даю проезжать, я гражданин. Не дам, сотруднику дам. Не кидайте в меня ничего, я вас кину сейчас. Я не обязан вам показывать, бабушка. За что? За то, что вы по тротуару ездили. Не, вот съезд, смотри, вот съезд. Для кого он съезд, знаете? Для колясок. 10 хайп? Метров, блин, для колясок. На вас, что ли, хайп? Натерпили? Серьезно? Зачем вы нападаете? Мы не нападаем, мы на тротуаре стояли. Ну, понимаете, вы по тротуару едете, так нельзя. Мы не по тротуару. Зачем вы ему помогаете?